Да, Маржа, с вами Платон. Для начала тут похвастаться хочу. Да нет, что хвастаться, скин нубский, но я доволен, у меня есть скинчик. Прикольный такой. Ну, просто были гемы, 34 гема было, взял и купил. Почему бы и нет? Я его хотел купить. Ладно. Давайте начнем выполнять квесты. У нас тут следующий будет довольно мажорный уровень. Набор значков и мегаящик. Это довольно круто. Давайте. Это не двойной квест, но в принципе... Ну, пойдем на Пайпер. Ну, не знаю. Нормально будет или нет? Вот 8 бита брать, не знаю. Только не знаю, куда кидать пушку. Я играл с очень ладно, не скилловым. Ну, скилл у него есть, конечно. Но у него очень много кубков. У него там на основе 36к. Очень много. И я там... И я с ним играл. Не, ну я на таких высоких не играл. Он-то на твинке играл. Очень нудском. Короче, вот, он типа говорил, что делать, типа я 8 бит, я на центре, и вот ставь пушку там за стенку какую-то на центре. И я не понимал, за какую стенку, блин. Тут этих стенок миллиард. Скажите, что за стенка, блин. Впервые слышу про такие сложные тактики. Ладно, нифига это не сложно. Он еще мне потом в клубе написал, что типа Платон, как можно такой элементарный понять? Все, минус я. Что, как можно такое элементарное не понять? Ой, блин. Ну, я что-то тупой какой-то, не понимаю такое. Ах! Блин! Очень близко, это очень близко. Не могу. Нет, тут кок. Блин, поки чё, бля. Билет! Нет, ах ты гад! А Рик? Рика, блин. Ща проиграть можем. Матрас, иди нафиг. Тут... Все, мы смогли. О, это очень жесткая фигня. Но мы кое-как смогли. Все. У меня все гемы. Теперь только жить. А, так эти гады, кстати, гемы собирают. Прикинь. О, все, это победа. А! Фу, меня чуть не убили. Жесть. Капец, камбэк жесткий. Еще этот Брок крутился. Не, он не прям крутился, чтобы видно. На чувство он хотел крутнуться. Блин. Смысл мне тебя вице делать? Ну, пацаны, я в клубе никого не повышаю. Ну, все-таки я когда-то хочу вот, вот прям моим друзьям раздать вот ветеранов уже. Потому что ну, у нас был старый клуб, там все вице были. И я понял, что это не вариант. Очень плохо было. Поэтому я никого не повышаю. Тем более, зачем мне вице давать? Тому, кого я никогда не знаю. Я вообще впервые видел, чтобы этот игрок у нас был в клубе. Когда он зашел? Сейчас. Ну, чел! Как я тебе вице могу дать? Президент, можно с тобой поиграть? Ну. Че, мы пошли. В принципе. Надеюсь, нормально. Да пошли. О, привет.
Только не надо сюда. У него тут АК-24К. Заходи, профессионал. Ну вот. Вот я еще карточку сыграю. А тут я тут со всеми общаюсь, тут в клубе что-то. Давай. Все, привет. Пошли. О. У меня квест. Ты что, в шедеху хочешь? Ну понятно, он в шедеху хочет, да? Во что он там хочет? Я хочу в... Чем за пред... Короче, я пойду, может, уже. Ой, мы тут тебя ждем. Давай пошли, почему бы и нет? Ой, так что вам еще рассказать? О чем мне рассказывать? Ничего мне не рассказать. О, глазик. Ой, блин, меня этот смайлик очень бесит. Он такой ЧСВ, что... Вообще. Вот этот вот, который Биби показал. Он меня реально очень сильно бесит. Вот это вот Биби. Ага. Да блин, они нечестно играют. Ну серьезно, они тупо стоят за стенкой. Это нечестно. Давай мы... Давай стреляться, чего вы так играете трусливо, а? Давай, выходите. Че, ну ты надоел. Давай вот эту вот стенку сломаю, потому что она... Они будут за стенкой стоять, смысл тогда? Это ж нечестно. Оп, попал. Ах ты гад! Прям, Телник говорит, это мы, вот этот вот, вот, это вот у Эдгара такой ник, я хотел сказать этому шоу Дэрила, типа, ник описывает, все правильно говорит. Ну, хотя, я думаю, вы меня не поняли, хотя не поняли, у меня шиза. Вот эта фраза я могу все объяснить. Ну пошли давай. Ой. Серьезно. Блин, они нас могут убить. Ну, Байрон, может, меня захилишь? Я тут проблемы вообще. Блин, а чё меня Байрон не хилит? Меня Байрон не хилит. Я только умираю, и все. Байрон меня вообще не хилит. Байрон... Не, серьезно, меня Байрон вообще хилит, да? Не, не понимаю, серьезно, он меня вообще хилить не будет. Мне надо купить какой-то получить, чтобы... Когда-то чел. Ну, это серьезно. Ни разу не хилил. Не, ну, чел, ну ты серьезно. Меня ни разу не захилил. Ты меня до сих пор не... Не, пацаны. Ему на меня пофиг, да? Ты мне морально надо, чтобы он меня захилил, но...
Не, ну реально? У меня ни разу закатку не захилил. Ну, блин, ну серьезно. Из-за чего меня должен хилить, но... Блин, у меня ни разу закатку не захилил. Почему? Что ты наблюдаешь? Что он долго наблюдает? Я думаю, Антоха напишет. Я что-то не понял. Давайте посмотрим. Нам еще надо два раза выиграть. Ого! Алфаем. Не, ну реально, мне Байрон ни разу закатку не захилил. Почему? Не, ну мне реально надо, чтобы он меня захилил. Я просто редко Байрон хилит. Вот этот Байрон тупо М столько хилил, или кто там было? Ну захилил. О, Покич меня хилит. За пассивку, у него докапаю. А, у нее не стан. Я думал, у нее стан. Ну так это не страшно. У нее был стан. Еще. Я фигню сделал. Ой, очень опасная штука. Оп. Попал. Вот это вот ПМ тупо. Все гемы у этой ПМ. На. Оп, убил. Давай, Покич, нет! Не могу ничего сделать. Они меня... Как страшно. Так. О, пацаны, лучше! Ничего, убьют? Не, ну красавчики. Тупо красавчики. Он типа, вы все гемы взяли, а из-за этого щита? Ай! Да блин, мы все такие гемы. Не, ну серьезно? Что-то какие-то камбэки в этой катке. Чё так плотно? Блин, его убили. Не-не-не, умрите! Умрите! Нет! Да блин! Ну почему? Ладно, вот этот Ладно, вот так. Все, берем набор значков. Ну кого мне тут попало? Теперь будем перебирать, потому что я не заметил. Шерка. Опа-на! Опа-на! Круто! Очень круто! Вообще прикольно! Остался значок. Так. Брок. Нет. Динамайт. Нет. Я так буду тупо перебирать, потому что у меня в видосах тупо монтажа нет. Я тут уже два раза слово тупо сказал, да? Прима на бар. Прикольно, прикольно. Еще у меня остался квест на Пайпер, но не знаю, ему Не знаю. Давайте мы тогда пойдем в осаду. Ой, что это за карт? В награду за поимку или в конкурс? Да, в конкурс. Победителя. В принципе, Дер пойдет, потому что я напряжу. Не пофиг, куда я заспавнюсь, потому что я могу... Чел, ну, прошу тебя, ну дай... Ай, блин.
Так, надо сделать дырку. Что я буду не смог сделать дырку. Ай, как так? Я хотел дырочку. Сделать. Не, что там? Пойдем тогда в награду за поимку. Ой, ну. Нет! Будут вот эти. Угу. Вот так. Нет, уйди, Прима. Я Прима убивает. Красный. Ой, не промазал. Прикольно. Очень опасно. Что тут? Да блин, моя пушка надоела. Она тут стреляет. Не знаю, что я ржу. Ну, как говорил, у меня шиза. Поэтому я ржу, в принципе. Ах ты! Не надо, чел! Кажется, блин, тут пипит, нафига ты крутишься? Ну ладно. А, автоатака! Все, пока. Ай, блин, меня убили. Это было хорошо. Это было очень хорошо. Не надо. Прима, уйди. Уйди, Прима. Ха! Ты пахнулся. Ай, блин, я могу что это победа? Правда. Ну все, это победа. Что я думаю насчет карты? Ну, неплохо. Ну, просто неплохо, но я не думаю, что лайк поставлю этому. Продолжаем. Тут все карты по одной скримят. Тут все карты тупо по одной схеме. И все. На. Я, возможно, буду звездным игроком. Да, и... Да, я буду звездным игроком, возможно. Игроком, что я сказал вообще? Да блин, что ты сюда пришла? Что происходит? Прима! Страшно это как? Блин! А куда я? Да блин! Это Макс бесит. Она сюда поставила гаджет. Почему? Что она гаджет поставила? Иди, Барли! Барли, уйди! Уйди! Я ухожу. Фу, очень опасно. Блин, что так опасно? Бандитчики убил Мак. О, Барлей! Пока. Нет, что? Блин, я фигню сделал. Я фигню сделал. Все.
изи. Это было жестко. Ну, что, снова такое же название? Ну, знаете, было прикольно, поставлю лайк, мне понравилось. Хорошо, прошлая карта была тоже фановая, но не настолько, может. Ну, это тоже сильно прямо не весело. Ах вы, уйдите, блин! Все, уходим. Я лучше уйду. Я, пожалуйста, защищай меня. Да блин! Кат, ну все. Ну все, вам капец. Не, вам капец, бойс. Чаржу. Ну, смотри, у меня суза. Учитывая то, как у меня ролик по инкредибоксу был прошлый. А блин! Да, а правильно шиза или шиза? Я всегда говорю шиза, не знаю. Ну шиза это... Как говорил гоблин, короче. На, умрите! Блин! Кстати, я тут хотел игру одну записать. Я в нее никогда не играл, но она прекрасная, по словам моего друга. Фух, очень жестко. Да, пацаны, валим! Вы чё? Зачем? Да блин, уйдите! Все. Не, все, он. А, я ульту блин, ульту использовал. Умри! Чё ты? Ну хотя бы ульту профукал. Давай! Убиваем их! Убиваем! Вы клады! Умрите, блин! Нет! Ах, блин, так близко! Так близко было! Нет такой себе, я знаю. Бывает, что типа фаново, но я хочу поиграбельность. Я хочу что-то поиграть. Чтобы... Хотя, хочу что-то фадовое, в принципе, фадовое. О, все. Да как ты сюда пол? Прям иди! Иди, что происходит? Чего это происходит? Так, ну пока все дорвали. А, Пэб еще с хилкой пришел, прикинь. Ну что, это победа, да? Или что? Мы тут тупо побеждаем, в принципе. Ну все, это реально победа. Вообще кайфово так все это делать. Справа на мульту кинул, ах ты! Кинул, а? Ты. Блин, да чё опасно, кстати. Что они нам сделали? Блин, нас спэм вырубила. Прикинь. Зачем? Ну, блин, а зачем ты трамплин? Могут. Это очень близко, кстати. Это было очень близко, не комбэк. Не, ну давай фаново. Ну, фаново было, лайк. Значит,
Мы тут поиграли немного на картах, взяли довольно такой неплохой приз. Эти у меня ящики все еще есть. Но только когда дойду до генерала Гафса, тогда я уже все это открою дело. Ну а с вами был Платон. Пока, морфы!